Здравствуйте, все наши! С вами Даша Муляр, и вы на моем канале «Жизнь без дублей». Я уже, видите, с утра причепуриваюсь, потому что у нас сегодня такой солнечный день. Нет, ну причепуриваюсь я не потому, что у нас солнечный день, а потому что мы сегодня с Валерой устроили себе запланированный выходной. Помните, недавно мы с ним ездили в магазин, и он там все купил себе как, ну, пиджак, новый образ. И создал себе новый образ. У меня все время вылезает. Это было не просто так, а потому что я тогда сказала, что мы собираемся ехать на концерт в консерваторию. Ну и сегодня этот день случился. Мы едем на концерт в консерваторию. Дома у нас при этом происходит ремонт. Сейчас покажу чуть-чуть кусочек. Там у нас строители делают вот полочки в санузле и закрывают коробом. Помните, тоже на днях мы показывали, что планируем это сделать, систему коммуникации теплого пола. В общем, у нас, как всегда, все очень активно. Валера сейчас пошел вывести знахарка перед отъездом, пройти с ним. Вот. Ну и потом мы уедем в Москву, потому что Валере нужно по работе там еще съездить, договорат вести, с клиентом встретиться. А потом уже к вечеру мы пойдем в консерваторию. Пойдем в большой зал консерватории на авторский спектакль, который инициировала и, ну, по сути, поставила Ильза Лиепа. Про ее отца, ну, как бы память ее отца Мариса Лиепа. Вот. Сидеть будем. Нас пригласили друзья. Сидеть мы будем. У нас будут замечательные места. Второй ряд партера. Поэтому, ну, я надеюсь, что я там чуть-чуть кусочками вам поснимаю, что будет видно, слышно, будет замечательная музыка. Ну, и я думаю, что просто будет даже интересно, да, прогуляться по Москве до этого немножечко. Надеюсь, у нас получится. Ну, а вечером мы вернемся домой. Так что я сейчас пока навожу красоту, болтаю с вами. Там у меня строители. В общем, процесс идет. А на подоконнике спит кот Компот. Вы видели, как он отжал свое место у тыков? Понимаете? Он настолько возмущался тем, что я там тыквы положила. Он приходил так вот их лапой, он грыз эту птичку, он бил лапой цветок. Ну, в общем, отвоевал свое место. Вот такой упорный, отвоевал место под солнцем. Так, ну что, макияж закончила. Смотрите, помаду у себя нашла в каких-то своих запасах Mary Kay другого оттенка. Я обычно такую коралловую, да, крашу, а это такая, не знаю, малиново-розовая, что ли. Не знаю, как вам цвет. У меня что-то последние дни, даже последнее время, видите, я ногти стала делать темные, потом у меня такой изумрудный, сливовый цвет во всем. И мне кажется, что эта помада, ну, не знаю, как-то, с одной стороны, мне кажется, еще взрослит. Когда же, правда, взрослеть-то? Старше 50 взрослит. А с другой стороны, как-то, мне кажется, наоборот, освежает. В общем, как вам такой цвет? В общем, осталось сделать прическу. Хочется сделать что-то такое, чтобы вот в собранном виде вот так выглядело. Ну, не знаю, может, на мой взгляд, это не очень отличается. А на мой взгляд, хотелось бы как-то вот здесь вот попышнее. В общем, сейчас попробую так собрать. И после этого буду наряд. Наряд у меня вот жакет, который вот с мелкими пуговицами, да, юбка такая широкая, джинсовая, которая у меня была, такие изумрудные ботинки. Вот, единственное, наверное, придется все-таки ехать с рюкзаком, потому что, конечно, мне хочется сумку надеть, и у меня есть эта сумка, да, такую синюю я взяла через плечо, но у меня с собой два телефона теперь, всякое оборудование, пауэрбанк, и, конечно, все это в маленькую сумку, боюсь, что я не вмещу, хотя так мне не хочется с рюкзаком. Ну, в общем, посмотрим, как получится. Строители, видите, здесь вот подстелили, чтобы не пачкать. Снимают размеры с этой нашей конструкции теплых полов, где Валера запретил мне делать полочки. Вот. И в санузле тоже будут переделывать все. Ну, не все переделывать, а вот здесь будут делать тоже
полочку. Ну, единственное, мы, поскольку уедем скоро, не увидим конечного результата. Без нас они его уже сделают, но сын пришлет мне фотографии. Вот эта канистра у нас стоит, это у нас запас воды на тот случай, если отключат, например, электричество и не будет воды. Ну вот, чтобы совсем без воды не оставаться, мы держим такой запас на всякий случай. Ну, в общем, здесь пришлось все поубирать. Вот еще я хочу попросить, чтобы вот здесь мне сделали тоже полочки, потому что не такое место пропадает, согласитесь. И у нас вот здесь висит бойлер. Тоже, ну вот прям не знаю, чем мне его закрыть. Вот все думаю, может быть, мне как-то там занавеску вот подсобрать, и вот здесь вот так вот ее опустить, и вот здесь подсобрать. Не знаю. Ну, в общем, думаю над этим. А, здесь у меня, видите, на стенах такой синий цвет уже вот покрашен. По-моему, я не показывала ни разу, он еще не до конца докрашен, мне не хватило краски. Это та краска, которая на стульях, на кухне. Вот. И мне кажется, что вот это сочетание синего, белого и занавески у меня тоже, видите, такие яркие, с этим же синим, с голубым. В общем, я в таком восточном стиле хочу делать санузел. Мне кажется, что вот этот синий цвет, это какой-то такой отсыл, ну не знаю, Греции, Крит. Ну, в общем, так мне напоминает. Но поскольку санузел такой маленький, то хочется его сделать сочным и ярким. Ну, посмотрим, как будет с этими всякими полочками, шкафчиками. Во всяком случае, приличнее будет вид. Я и плитку сюда, когда мы подбирали, видите, тоже в таком, ну, мне кажется, каком-то марокканском стиле ее подбирала, эту плитку. В общем, вот так. Преображения продолжаются. Что заметно? Что теплее стало. Вот никуда не тепло не уходит. Вчера печку прототипили, до сих пор все везде, на втором этаже, здесь тепло стоит. Никуда не делось. Да, тепло стоит, это я с тобой согласна. Мы прям Я поражены. даже ночью открыл окно, всю ночь с окном проскакивал. Да. Это вот мне кажется за счет того, что карманы зашили. Да. Да, так не Вот это вот уходит вентиляция теперь. была по потолку. Да. Именно Представляете, они стало зашили настолько больше. теплее после Да, того, они как вот эти зашили фронтоны там и зашили. Я вчера больше. растопила печку, и мы сегодня вообще под впечатлением. Мы спали с открытым окном, у нас в доме жара просто, печка не остывает. И главное, что она прогрелась вообще целиком. То есть в спальне стена, она обычно только внизу нагревалась, и все, наверху нет. Так она прогрелась вообще вся. Вот, казалось бы, просто вот утеплили эти карманы. Ну, не карманы, а вот эти фронтоны, да? Это значит, что у нас между первым и вторым этажом гулял вот так вот ветер. Понимаете? Поэтому такая вот у нас эффективность произошла неожиданная. На пол под ламинат. А мне Сашка привез, я купил ламинат, и мне привезли сразу это, ну, подложку.
в комплекте. Я ее упустил. Вот сейчас я жалею, то, что надо было, там деньги-то, в принципе, небольшие, надо было выкинуть эту хрень и постелить пенофол, и все. И уже даже было бы намного лучше. Даже вот, про теплые полы вот говорят, якобы фольгу ложить не надо. То, что по закону физики тепло поднимается вверх. Так ведь? Ну, это все понятно, но все равно труба вокруг себя нагревает же. И, например, вот даже в плитах, она же холодная, она остывает. И все равно какая-то энергия уходит на нагрев окружающей среды вокруг плиты. Я, кстати, подумал еще вчерашнего, то, что брус и бревно. То же самое и бревно. Бревно-то тридцатка вот наша, да? Она действительно в узком месте... 15 сантиметров. А где-то и меньше. Но это пространство, да, куда холод больше всего устремляется, потому что оно тонкое, там, естественно, встречается с теплом раньше, да? Но ведь остальное бревно эту зону тоже греет, понимаешь? Оно же бревно, большое тридцатка, оно же все со всех сторон прогрето. И со стороны холода оно меньше. Продув, Валер, у нее идет вот именно что. Там где-то 15 на бревне. Оно же не идеально ровное. Это не цилиндровка, даже на цилиндровке. Ну, и оно внутри же там выбирает паз, оно поло. То есть, если ты полностью не забьешь вот это вот место, то есть паз, то есть у тебя получается труба с одной стороны. Если ты тут закрутил, тут и все. Ну все, я собралась. Вы, в принципе, в таком образе меня уже видели. Вот. Мне кажется, что все отлично. Единственное, вот в полный рост. Сейчас попробую. Подождите, переставлю камеру. Попробую в полный рост себя показать. То все заняты. Показать мне никому. Вот. Нет, наверное, все равно не получается. Да, вот, в полный рост, видите? Вот такая я. Но поскольку на улице прохладно, нужно куртку надевать, то пока красота вся закроется. Ну, все, мы уже выходим сейчас. 12 часов дня. Нам пора ехать. Вообще, наверное, даже мне будет так немножко жарковато. Микрофон. Кстати, уместилась в сумку. Вот. Взяла сумку, все уместила. Так что поеду не с рюкзаком, а как прилично, с сумкой. Сату дали кость, чтобы он тут не страдал без нас. Вот еще платочек. И все. Образ до конца сформирован. Завязывать на голову пока не буду. До станции все равно на машине поедем. Пошла. Ну, в общем, такое у нас сегодня радостное настроение. Хозяйство оставили. Так что поедем, отдохнем, проведем этот день в Москве. Вот. Там Валере по работе тоже в центр нужно, поэтому прогуляемся по центру. Он пока будет занят, я, может быть, вам что-нибудь поснимаю. Ну, в общем, посмотрим. Сегодня наконец-то солнце. Мне даже жарковато в этой куртке, но поскольку мы будем возвращаться поздно вечером, то, конечно, лучше теплее, да, одеться, чем замерзнуть, потом и заболеть. Крыльцо, которое вчера закончили, помните, вообще великолепно выглядит на солнце. Вот думаю, в какой цвет его красить. В белый или все-таки в серый. А тут вот и Валерий Леонидович при параде, видите? Без своего обычного камуфляжа. А я за ним подглядываю. А я за тобой подглядываю. Молодец. А кепи у него какая модная, смотрите. Всем рассказываю, какой ты красавчик. Без камуфляжа. Видите? Какой солидный мужчина. Поэтому каждой обстановке своя одежда, правда? Хорошенькая, пошли уже. А я любуюсь тобой. Транслирую тебя миру. Да, стартуем. Так, как раз солнышко вышло. В общем, погодка нам благоволит. У меня платок забился.
Как раз в Москве хорошо на солнышке будет гулять. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Приехали в Москву, и пока Валера пошел по своим делам, я его жду и решила с вами немножко прогуляться. Мы находимся между Кропоткинской и Старым Арбатом. Сейчас я пройду чуть вперед и сверну на улицу Сивца-Фражек. Вот, так что мы, наверное, с вами выйдем на Старый Арбат, немножечко пройдемся, посмотрим, как там обстановка, ну и в процессе, как обычно, поболтаем. В Москве тоже холодно, конечно. Я так говорю, знаете, как будто я не в Москву ехала, а за 3-9 земель. Такая тут московская осень, воспеваемая поэтами и певцами. Ну, поскольку сейчас уже, в общем-то, вторая половина дня, да еще и пасмурно, то, конечно, ярких красок нам не достается. Но все равно это очень красивый такой старый район Москвы, центр. Поэтому прогуляться, я думаю, нам будет с вами по-любому приятно. Сейчас мы идем с вами по Малому Власевскому переулку. Ну, не могу сказать, что я готова именно по Малому Власевскому рассказывать про достопримечательности, но... Общий антураж, да, архитектуру какую-то мы с вами сможем рассмотреть. В любом случае, я думаю, что прогуляться будет интересно. А я так вообще уже давным-давно не была в Москве, поэтому мне интересно вдвойне. Кстати, поймала себя на мысли, что с огромным удовольствием принарядилась и накрасилась, и вообще
даже Валерий говорю, давно мы никуда вдвоем не выбирались, а действительно как-то так получилось, что мы уже 100 лет в Москву не ездили вдвоем. Ну, путешествовать мы недавно ездили, вы помните, да? А вот чтобы именно в Москву вдвоем, давно у нас такого не было. Ну вот мы с вами свернули на улицу Сивцев-Вражек. Кстати, тоже посмотрите, как красиво оплетено растениями все. О, кошка. Простая московская кошка. Я, поскольку все изучаю свой телефон, вот решила опробовать новый режим камеры, да, в котором можно и меня видеть, и то, где я иду. Вот, поэтому надеюсь, что на нем будет изображение хорошее. Но это такие новые возможности, которые нам дают различные современные технологии. Вот. Ну, сейчас выйдем на старый Арбат. Главное, знаете что? Главное так не загуляться, чтобы меня вообще Валера потерял. Я могу увлечься, а я когда снимаю, у меня телефон стоит на авиарежиме. Ну, соответственно, на авиарежиме мне нельзя дозвониться. Поэтому сейчас нужно будет еще погулять с вами немножко, через какое-то время остановиться и позвонить ему. А то я, знаете, это натура увлеченная, могу увлечься, и мы с вами опоздаем на концерт, на спектакль. Вот. Это у нас с вами Калошин переулок, и перед нами центральный дом актера. Здесь сейчас находятся преимущественно одни офисы. И у меня, кстати, подруга моя близкая тоже снимает здесь офис. У нее туристическое агентство и агентство по подрыву персонала. И вот она снимает тут офис, поэтому я тут была несколько раз. У меня, кстати, даже какой-то прямой эфир отсюда есть. Вот. И ну, сейчас полностью все это здание сдается под офисы. Я знаю, что там есть какая-то сцена, да, там проходят тоже какие-то спектакли, концерты. Вот видите, тут, смотрю, избирательный участок тоже организовывают. И вот, смотрите, афиша на сентябрь. То есть идут всякие тут спектакли тоже. Ну, конечно, в Москве нет проблем с тем, чтобы куда-нибудь сходить, если у тебя есть желание. Вообще никаких. И напротив мы видим жилой дом Лопаревского, который я очень люблю. Ну, он мне очень нравится, потому что у него, на мой взгляд, великолепная вот архитектура. И сохранились деревянные рамы, которые вообще смотрятся, особенно в современной реальности, когда уже нигде ничего такого нет, смотрятся потрясающе. Ну, во всяком случае, вот я его очень люблю, этот дом. И всегда, когда мне удается попасть на Старый Арбат, я стараюсь тут пройтись, чтобы еще раз посмотреть на его великолепие, этого дома. Уже немного таких построек осталось. Поэтому вот. Рада, что мне удалось с вами этой красотой поделиться. Ну, сейчас мы выходим на Старый Арбат. Ну, на самом деле, я сама не очень люблю Старый Арбат. Связано это с тем, что, на мой взгляд, это сейчас слишком туристическая улица. И хотя его сделали и отреставрировали, и даже убрали тот рынок, в который он превратился в определенные годы, но все равно вот не нравится он мне. Хотя сегодня нам с вами опять же повезло. Здесь, видите, не так много народу. Но, может быть, что-нибудь интересное нам попадется. Вот какая-то машина тут убирается. Не знаю, как со звуком потом будет из-за этого. Кстати, стал накрапывать дождик. Вот такие, видите, креативные вывески.
Сейчас, кстати, вот появившиеся кафешки, кофейни, они как-то украсили с собой это место, потому что раньше, конечно, когда вот здесь вот по центру улицы стояли продавцы различных сувениров, ну, было вообще некомфортно очень гулять. Ну, слава богу, эти времена нас миновали. Ну, вот все равно, на мой взгляд, даже если вы приехали в Москву как гости столицы и хотите где-то прогуляться, то, ну, вот я вам рекомендую не здесь гулять. Нет, ну, конечно, если вам нужно отметиться на Арбате, что вы тут были, ну, в этом случае, наверное, есть смысл. Ну, а так, в общем, особенного смысла я в этом не вижу. Потому что, как коренной житель этого города, могу сказать, что у нас в городе есть гораздо более какие-то интересные и теплые места. Посмотрите, у меня есть плейлист «Прогулки по Москве», ссылочку на него я вам дам в описании. И мы там, мне кажется, с вами гуляем гораздо по более интересным и таким истинно московским и дворикам, и улочкам. Вот, поэтому, в общем, подготавливайтесь лучше, не гуляйте чисто по таким маршрутам. А потом я знаю, что сейчас на Ютубе есть такие каналы, которые вот именно специализируются на прогулках по Москве. И там можно увидеть что-нибудь действительно интересное. И увидеть именно ту Москву, которая вот на взгляд глазами москвичей. Поэтому, ну, Арбат, наверное, один раз нужно посетить, ну, чтобы отметиться. Ну, а мы с вами целенаправленно заворачиваем в Староконюшенный переулок, потому что здесь тоже есть очень интересный дом, сохранившийся чудом, на мой взгляд, вот, который я вам хочу показать. Тоже он невероятно красивый, резной, деревянный и настолько отличающийся от большинства, что тоже я его очень люблю. Это деревянный жилой дом, последней трети 19 века. Дом Пороховчакова, и построен он в 1871 году. Он, слава богу, охраняется государством, но именно поэтому мы с вами имеем возможность его лицезреть. И тоже он очень красивый и по-своему колоритный. Ну, я по Староконюшенному переулку буду возвращаться туда, где меня ждет Валера, потому что иначе мы с ним разменемся. Мы с вами сейчас видим такие дома с эркерами. Есть, опять же, определенные здания, которые сохранились в Москве. И они сделаны вот такой плиткой, мозаикой. Очень красивый. Тоже мне они ужасно нравятся. Смотрите. Хорошо, что у нас есть возможность увеличить и посмотреть повнимательнее. Ну и продолжаем наше путешествие дальше. Как правило, вот в этом районе и вообще в старых переулках попадаются очень интересные старые двери, дверные ручки и вообще какие-то детали, которые, мне кажется, даже создают какие-то идеи, да, и можно использовать в современных интерьерах. Ну, в общем, мне нравится ходить и наблюдать. Вот, посмотрите, какая красивая дверь. Эковка тут, видите, какая? Ну, а так вот камеру переведешь, и стоит типовая девятиэтажка.
это все история и этап развития нашего города, да? Когда-то было так, а когда-то было вот так. Ну и мне кажется, хорошо, что в современной реальности все-таки у нас уже стараются сохранять. Вот сейчас увидела дворик. Давайте-ка мы сюда зарулим. Даже интересно посмотреть московский дворик. Вот смотрите, какой тоннель нас практически встречает. Да? Посмотрим, как его сделали. Ну вот, когда сюда заходишь, это действительно такой дух старой Москвы. И я вижу, что жители уже в современной реальности его облагородили. Здесь сделали такую хорошую спортивную детскую площадку. Я думаю, что в свое время здесь был, может быть, даже и фонтан в центре. Они были популярны в Москве. Ну, посмотрите, какой хороший, тихий двор. А мы с вами находимся в двух шагах от Старого Арбата и от Бульварного кольца. Все-таки вот Москва – это очень зеленый город. Ну, и поэтому еще раз вас призываю, если вы хотите увидеть вот настоящую Москву, то заходите во дворики, любуйтесь старыми зданиями, находите какие-то детали. И тогда вы действительно сможете прочувствовать город, ну, как бы глазами его жителей. Мы когда с Валерой путешествуем, мы всегда стараемся тоже. Ну, вот кто смотрит наши влоги про путешествия, да, я думаю, что вы это тоже замечаете, что мы всегда стараемся идти не обычными маршрутами, а что-то выискиваем, кого-то спрашиваем, как-то экспериментируем. И это всегда-всегда намного интереснее, потому что ты никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. И что-то такое, и вот именно вот эти впечатления, да, и ощущения неожиданных каких-то встреч, неожиданных событий, какие-то, ну, какие-то вот не достопримечательности, а какие-то моменты города, которые тебе ты успеваешь поймать, именно и они, мне кажется, и остаются в памяти. Потому что если ты приезжаешь в город и галопом по Европам носишься по достопримечательностям, то кроме усталости и какого-то, знаете, каши калейдоскопа в голове, у тебя ничего не остается, наверное. Ну, это мои ощущения. Поделитесь своими в комментариях, будет интересно. Ну вот, как вы об этом думаете, да, и как вы стараетесь путешествовать, как вы строите свои маршруты, что вы находите в этом, и какие самые яркие впечатления, вернее, от каких поездок у вас остаются самые яркие впечатления, от спланированных или от спонтанных? Ну все, мне надо выключаться на сейчас, потому что нужно позвонить Валере, иначе мы с ним разменемся и не попадем на концерт. А может быть, он меня уже, кстати, даже и ищет. Мы встретились, все нормально, не разминулись, а то я тут переживала, что ты меня не найдешь в этом большом городе. В общем, сейчас ждем автобус, перемещаемся в сторону Большой Никитской. Да, вот. Мы на Гоголевском бульваре. Вот и автобус. Да, да, точно. А вот и наш автобус едет, подходит. Все, нам подходит этот номер, да? Да. Отлично. На следующий, да, мы выходим? На следующий?
бульвар. Вот мы приехали на Тверской бульвар, остановка около МХАТа имени Горького. И сейчас пойдем мы туда налево и постепенно выйдем на Большую Никитскую. Решили зайти в кассу МХАТа, узнать, на что, на какие спектакли есть билеты. Точнее, на какие спектакли, вот. Мы читали... Лавр, ну, да. Точно, есть Лавр, вот, смотри. Первого, второго, но я думаю, что уже все билеты, наверное, раскуплены. Сейчас узнаем. Ага. Я вот еще не успела прочитать Лавра. Но очень хочу. Вот это было в сентябре 1-2. А теперь 21-го. Вот, 21-го и 22-го в сентябре. Ну, у нас сегодня занят. 22-го. А 22-го свободно у нас. Сейчас все проданы. А на следующий месяц? А октябрь тоже продан. Ноябрь. Ноябрь еще не так пишет. А когда же надо билеты на ноябрь покупать, чтобы успеть? Сразу как заходит афиш, там буквально несколько дней и все раскупают. А их онлайн можно покупать? Да, конечно, через сайт. Через ваш сайт? Афиша выходит. Должна выйти вообще была в конце недели. Короче, вот сейчас примерно, да? Да, да. Спасибо. Представляешь, какая востребованность? Вот так. Вот так вот, сходили в театр сходить, теперь надловить билеты. Ну, будем онлайн, может быть, онлайн поймаем билеты. Да, вот сейчас как раз афиша должна выйти. Да. Нам сказали 1-2 дня. Угу. Мы пойдем сейчас. Может быть, кто-нибудь ходил на этот спектакль? Напишите нас в комментариях, как вам, понравился спектакль или нет, относительно книги. Я вот вообще, когда книгу прочитаю, я потом боюсь смотреть и фильм, и спектакль по этой книге, потому что я боюсь разочароваться всегда. Вот. Но я еще не читала этот книгу. Спектакль очень здесь, так скажем, знаковый. Mm-hmm. Для этого театра. Возможно, Лавр есть и других театр, но здесь именно он, его постановка, она с новым режиссером. У меня 4. И такая, знаешь, нашумевшая. Ага. Нашумевшая в хорошем смысле слова, что это же все-таки произведение очень серьезное такое. Mm-hmm. Поэтому вот это, вот такие отзывы хорошие. Были мы с тобой тут тоже. Да. Но мы сегодня идем в другое. Да, мы сегодня идем в другое место. Ну, мы пришли, куда шли. Вы, наверное, сейчас очень удивитесь. Но это, знаете, такое место, о котором знают только свои. Вот человек, просто проходящий мимо, вряд ли привлечется этим заведением. А мы на самом деле... Тоже достаточно случайно. Мы сейчас находимся на перекрестке Вознесенского и Елисеевского переулка. Вот там за мной стоит памятник Муслиму Магомаеву. Вон, видите?
И здесь, в каком-то административном здании, адрес Сенский переулок, дом 14, находится вот эта турецкая кюфта. Мы о ней узнали достаточно случайно, ну, точнее, как, знаете, так получилось, что мы все время ходили тут, и, ну, мимо, когда гуляли, и видели это место. И все время у нас возникало какое-то желание здесь перекусить. Ну, я вообще люблю турецкую кухню, вот, и мне казалось, что это должно быть очень вкусно. Но каждый раз так получалось, что мы были либо уже сытые, либо здесь было закрыто, и, в общем, никак у нас не получалось. И да, ну каждый раз, когда мы проходили здесь мимо, сюда подъезжали какие-то крутые автомобили, стояла очередь и вообще. И как-то у нас с Еленой Рониной был прямой эфир, и мы с ней прогуливались по этим же местам, проходили мимо, и она мне говорит: «Наташа, это такое вкусное место, мы сюда тоже с мужем иногда наведываемся и берем эту кюфту». Вот, вот мы сейчас взяли здесь еще айран, причем я тоже очень люблю турецкий айран, он у нас очень редко продается, нормальный, почему-то он все время газированный. Вот, я уже сглатывать, как обычно, начала. И да, я покажу, как это выглядит. Здесь, видите, вот такие фирменные пакетики. Вот, Александр Смит Пойнт. Стоит вот это 200 рублей. И там в лепешечке находятся две турецкие котлетки. Ну, я, понятное дело, вот Валера тут уже откусил, показывает, видите, с поджаристым хлебушком, соусом и зеленью. На самом деле, это действительно вкуснота. В общем, запомните место, будете в Москве, мы вам сдали яркие пароли около памятника Муслиму Магомаеву. Потом там можно пройти за ним, есть сквер, там посидеть, и это... насладившись процессом. А? Что? Там сквер. А мы можем здесь. Это я гостям рассказываю. Вдруг люди в город приедут, захотят культурно. Да, мы сидим здесь и пойдем дальше. Вот, вот такой у нас сегодня перекус, но я его задумала, еще в Москве запланировала. Да, вот такие мы путешественники. Нам еще надо это, билеты, они у меня в PDF, в телефоне. Сейчас еще как-то эти билеты показывать, не знаю, из PDF. Красота, какие розы. Очень, кстати, похожи на ту мою розу, который сорт, который мне неизвестен. Прям очень похоже. Угу. Вот афиша нашего спектакля, на который мы пришли. Ну что, заходим? Зашли. Вы знаете, меня прям удивило. Не знаю, какая-то темная, наверное. Билеты, мне вот знакомые, которые нас пригласили, прислали файл PDF. Я его просто в телефоне открыла. Там такие маленькие вот эти квадратики с QR-кодом. Но их просканировали, и как бы все нормально. Вот,
В общем, мы уже находимся в храме прекрасного. Какой тут великолепный букет. Что примечательное, он натуральный. Сейчас уже просто периодически такие цветы делают, которые имитируют. А это прямо натуральный букет, шикарный. А это я. Тоже натуральная. Ну, не знаю, шикарная ли, но натуральная. Да, и вот здесь тоже при входе таких же точно два букета. Прекрасно. Да, вот тоже какая красивая цветочная композиция. Так красиво и интересно цветы подобраны. Кто на что обращает внимание, я на цветы. Решили посетить буфет. Среди безопасности от распространения коронавирусной инфекции. Сейчас покажу вам меню. Мне кажется, это может быть интересно. Сейчас я делаю. Муж меня балует. Видите, я фанат красной икры. Главное, подача такая в этих штучках. В общем, как-то буфет очень упростился тут. Раньше было как-то шикарно. Вот смотрите, кого мы встретили. Да. Привет. Да, кого Господи, мы какая-то, встретили. Какая ты красивая. Валера, спасибо. Привет. Спасибо. И ты тоже очень красотка. Да. Две красотки повстречались. У нас этим летом исполнилось 85 лет нашему гениальному танцовщику и звезде советского балета Мариусу Лиепе. И вот решили, что в честь него обязательно и близко к этой дате сделать спектакль. Ну вот, я надеюсь, что времени у нас было как-то мало для подготовки. Но вы все равно молодцы, вы очень прям быстро. Да, да. Да, так что вот сегодня у нас премьера. Mm-hmm. Это эксклюзивная вообще, эксклюзивная премьера, эксклюзивный материал. Это письма Мариуса и дневники Ильзы Лиепы. Так что, ну, в общем... Ну, вот. Большое спасибо, что ты нас всех пригласила. Да. И вас, и нас, да. Вот, мы с удовольствием посмотрим спектакль. Да. И я думаю, ты будешь не против, если я маленькие фрагменты сниму для наших зрителей. Знаешь что, это вот будут объявлять, можно снимать Хорошо. Или нельзя. Потому Ладно. Что иногда они объявляют, что нельзя. Тогда, ага. Но в любом случае можно снимать поклоны, ну и какие-то музыкальные моменты. Можно снимать, конечно. Ну, вот понятно, то, весь спектакль там мы все равно Илзе, снимать не будем. Вот да, может быть, какие-то кусочки, да. Да. Ладно. Ну, в общем, постараюсь вам что-нибудь показать. Все, давай, давай до встречи еще, моя дорогая. Да, спасибо. В общем, вот на такой эксклюзивный спектакль мы попали благодаря Елене. Ну, с нетерпением ждем начала. Так что вот такая вот у нас встреча состоялась. Я вам заранее не говорила, что будет эта встреча, поэтому это была интрига для тех, кто досмотрел до этого места ролика.
Ну что, а теперь ожидаем спектакль. Спектакля-концерта, посвященного 85-летию великого танцовщика, народного артиста России Мариса Лиепы «Жизнь без слов». На сцене женский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер, кавалер Серебряного почетного креста Венгрии Ксения Жарко. Стола сцены жизни вместе со мной стоят мои дерзкие мальчишеские мечты. Мое детство, стоит моя мама, отец, сын, дочь. Мои друзья, мои партнерши, мои коллеги. И здесь же, в полукруге, стоят мои герои, все мужчины. Мои принцы, мои влюбленные юноши, мои воины. Ромео, Ферхат, Альберт. Каким странно нежным стал Крас. Как легко улыбается Гамлет. Я вас приветствую, мои гости. Но в этот же миг я осознаю, что стою здесь один. Беспощадно один, без титулов, славы, улыбок, цветов, аплодисментов.
Я стою на пороге нового времени перед неизвестными ролями, партнерами, спектаклями, отбросив все былое. Полный ожидания и любопытства. Я так хочу согреть эту незнакомую темноту. Погорите, наполнить звоном, смехом, звездами. Я хочу жить и танцевать 100 лет. Из воспоминаний моего отца. Мне было 14. Во время весенних школьных каникул 1950 года я впервые отправился в Москву. На всесоюзный смотр хореографических училищ. Мы танцевали 4 номера, и 3 из них попали в финальный концерт. И вот, наконец-то, я первый раз в Большом театре. Алый золотом зал, блеск хрусталя, огромная сверкающая люстра, сцена. Я посмотрел в Большом театре несколько спектаклей. И как-то необыкновенно ясно понял, что существует понятие эталоны. Большой балет ленинградский, Мессерен Планова. Удивительный мир. И я понял, что могу стать частью этого мира. Только надо очень постараться. Это чувство дало мне импульс для работы. Работать с еще большей отдачей. В конце лета 1953 года я впервые расстался с домом, с друзьями. Мне было 16. Мне просто повезло. Именитый московский педагог Николай Иванович Тарасов экзаменовал меня. И 2 сентября меня приняли в Московское хореографическое училище. Верил ли я в себя? Наверное, не так, как мама, но все-таки верил. И я сел в поезд Рига-Москва. Впервые живьем услышанное Зарада Луханова. Потом мы долгие годы жили рядом, на улице Нежданова, ровно, почти напротив друг друга. Я навсегда полюбил оперу.
Мое сердце бешено колотится от волнения. Напротив меня Леонид Михайлович Лавровский, знаменитый худрук балета Большого театра, хореограф Ромео Джульетты Сулановой. Мы сидим в обитой алым шелком директорской ложи Большого театра. Лавровский говорит: «До вас я разговаривал с двумя талантливыми танцовщиками. Один спросил, сколько я буду получать, другой, какая у меня будет квартира». Кстати, одним из них был Нуриев. «Так вот, — сказал Лавровский, — я беру вас». И вот я стою в сквере Большого театра. Светит жарко, необычайно жарко, для середины мая солнце. Ветер шевелит розовые лепестки яблони. Теперь это мой театр. Строчка «Спартак и Ева», Андрес и я, оба уже артисты, были рядом с ним. А значит, прошли этот путь вместе. И все происходило на наших глазах. И мучительная борьба со своим телом, которое нужно заново собрать и довести до пика формы. И бесконечный поиск новых актерских ходов, где мы счастливо становились участниками обсуждений. Он не вспоминал текст знакомого, многожды танцованного спектакля. На наших глазах создавался новый, живой рисунок, где в каждом движении, в каждом жесте была мысль и мощь. Теперь становились понятны его слова: когда ты на сцене, ты должен работать не на масштаб зала, а на масштаб. И этот раз его сегодняшний герой вобрал в себя все. И то, что ему, Марии Сульевне, 40 лет. Всего 40. Но когда тебе 40 в этой сволочной, его слово, любимой профессии, нельзя останавливаться. Надо все время жить в ней. И что он чувствует в себе достаточно сил, чтобы победить все преграды, которые препятствовали его появлению на сцене Большого театра, и воспрянуть из небытия.
шедевр. Ну правда, да? И художественная, да. И музыка, репертуар, да. И содержание. И вообще, ну, как, сегодня, как да. Вот когда дочка для отца, конечно, казалось, конечно. Просто каждый, да. Это все пережил. Да, 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 да. Поэтому и прямо очень так видеть, трогательно, мама, проникновенно, да. И мама, да. Твоя. Это все, была, все, да. Люди, да. Здесь пережили вот это именно, конечно. То, что она молодец, да, вообще, да, как, да, она, да. Вот это сделала. Замечательный сегодня спектакль. Да, был, да, очень вот, трогательно. Спасибо. Конечно, большое. То, что вот она о своем отце говорила, и музыка, так все это вплелось. И вообще, то есть каждый отрывок же его искали, чтобы вот подошло вот именно к этому слову. И, конечно, такой большой был труд, и, ну, вот все. Ну, очень-очень, прямо, знаешь, так как-то органично, правда, все очень переплеталось и очень чувственно, да? Лен, очень хорошо все скомпоновалось просто. А женский симфонический вообще молодцы. Да. А дирижер какая? Дирижер вообще. Синежарка наша, она, да, просто такая фантастическая. Да, да. Эмоциональная, ну, такая, что, да. И мы побежали, да. Потому что мы на электричку уже опаздывали. Да. Это я. Нет. Ну все, наши дорогие, на этом хотим с вами попрощаться. Мне кажется, что получилось очень интересно, насыщенно. Вот. Нам очень понравилось. Да? В Москве это мое самое любимое место. Да? Да. Где, как бы я ни ходил, когда работал, я всегда заходил, старался зайти сюда и послушать музыку. Где, да. Бы, в любой зал, хоть большой, хоть малый, хоть Рахманинова. Везде. Особенно любил концерты учеников, когда были ученики выступали для педагогов. Почему? Ну, потому что это такие более трепетные концерты, там все стараются, там все поддерживают. Такая атмосфера, такая трогательная, да? Родители и детей. Родители рыдают, да, да, да. Педагоги нервничают. И все произведения такие, они там в основном легкие. Нет, шнитки. Хотя это тоже бывает. Да. Ну вот вас хотели немножко порадовать тоже, чтобы вы прикоснулись, посмотри, какая красота вокруг. Вот она. Видите, вот закружила, завертела. Голова закружится. Ну все, мы поехали. Да, такой у нас получился чудесный выходной день. Отвлеклись, да? Да. По Москве прогулялись и на такой чудесный концерт сходили. Ну и очень. До завтра, наши дорогие. У нас там, кстати, доделали шкафчики. Нам позвонили из дома и сказали, что доделали шкафчики. Поэтому завтра покажу вам, что там получилось. Я сама... Вперед в деревню. Да, да, вперед в деревню. Я сама горю желанием увидеть побыстрее, что же там мне такое сделали. Вот. Все. Ну, пока-пока. До новых встреч. О, вот и компотик бежит. Да, компоша. Ты почувствовал, что свои приехали, да? Да, ты молодец. Да, молодец. Ты обрадовался всем, прибежал из леса. А вот еще один, да. Не могла вас лишить вот этой вот этих истинных чувств. А ну-ка, ловите Сатужу, ловите его, ловите, 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 ловите его, ловите его. Детки, кто там живет? Да, ловите, да, сахарка. Ты тоже очень рад, да? Ловите сахарка. Ловите сахарочка, ловите быстрее. Вот ради этого даже стоит уезжать, понимаешь? Он так радуется. Даже, я говорю, компот из леса прибежал. Компоша, ты где? А он знает, что надо сейчас затихариться, чтобы Сату его не снес. Да, ты мой хороший, да, хороший мой котик. Быстрее, быстрее, быстрее домой. Компот такой, быстрее домой. Ну что? Побежал, побежал изучать территорию. Кто там лает? Ну все, теперь точно пока-пока. До новых встреч на канале. Ну то есть до завтра. Все, пойдем в Сату погуляем. Да, пойдем гулять? Пойдем? Да, пойдет. Пойдет гулять собачка. Пойдет, да, пойдет. Да, пойдет. Пойдет, 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 пойдет.